Уже завтра октябрь, и в Абакане замолкают фонтаны. Уходят на каникулы, чтобы вновь дарить нам красоту и прохладу в теплое время года. Абаканская служба благоустройства занимается подготовкой водных сооружений к зимовке. Начинают работу со слива воды из чаш. Все оборудование нужно проверить и законсервировать, чтобы в новом сезоне фонтаны вновь зашумели на городских улицах. Сегодня 30 сентября, и ежегодно в этот день у нас заканчивается сезон работы фонтанов. Но с окончанием сезона муниципальный контракт, по которому Абаканская служба благоустройства обслуживает фонтаны, он не заканчивается. Мы продолжаем работать. Весь октябрь месяц мы демонтируем оборудование с фонтанов: форсунки, задвижки, клапана, вентиля, электродвигателя, насосы. И все это оборудование увозится в теплый склад. В этом складе оно хранится. До следующего сезона ревизируется, дефектуется, то, что необходимо, меняется. Все, значит, проводим мы эти работы, и 1 апреля начинаем монтаж. Сегодня в республиканской столице к зимовке подготовили несколько фонтанов. Например, возле департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства, в сквере Медвежонок и в Пушкинском сквере. Работы будут продолжаться в течение месяца. Впереди консервация больших фонтанов в нашем городе. Алина Яковлева, Михаил Кудрявцев. Новости.